Всем привет! Сегодня у нас будет 3 посылки, но одна будет в конце. Давайте распакуем и посмотрим, что у нас пришло. Погнали! Первая посылка — это вот такой вот убитый коробок, скотч. Вот здесь все оторвано. Я думал, сначала вскрыли, потому что можно пальцем вот здесь вот просто-напросто потрогать, что находится. Это очень печально, так как посылка шла 3,5 или почти 4 месяца. Летом ее отправили, и вот она только пришла. Внутри у нас вот такие вот маленькие коробочки. Что это такое? И видим, у нас какая-то фигня. Есть у нас винт. И вот такой вот тыквенный мяч. Это у нас ручка мебельная из хрусталя. На всякие ящики, шкафы, на кухню. Материал у нас металл К9. В виде кристалла. Как отличить К9, металл или прозрачное стекло? Кристалл К9 будет отражать свет и сопротивляется огню. Стекло прозрачное не отображает свет и не боится огня. А акрил не может отражать свет и боится огня. Вот так вот. Так что этот отражает свет и сопротивляется огню. Здесь 5 штук. В наборе винт. Закручивайте. И у вас вот такая вот симпатичная ручка. В хозяйстве пригодится. Следующая посылка дошла буквально за 10 дней. Здесь у нас вот такой вот коврик. Вернее, это резинка для спортзала. Она у нас раскладывается, раскладывать не буду. Резинка, я сказал, для спортзала, для усиленных тренировок. Сделана она из латекса, для йоги, в общем, для спорта, все педали. Тянется до 6 метров. Сейчас вы увидите картинки, как это все выглядит. Довольно интересно. Сейчас это в трендах. Даже продаются резинки для турников, чтобы также усиливать. И следующая посылка у нас вот так вот она пришла. В полиэтилене я уже открыл и посмотрел, что это, так как трек номер не отслеживался. Это у нас Шнайдер. Картофель резко. Для картошки фри. Вот она здесь. Видите, как интересно сделано. Довольно забавно. Модель UY2006. Хорошая незаменимая штука на кухне. Нарезали в микроволновку, пожарили приправы, насыпали и кушайте. Вот такие вот у нас товары были. Вступай в группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем удачи и пока. Легко быть богом.